цели, и я их по какой-то причине не видел. Напишите на мой второй аккаунт, Live. Знаете, да, его? Все. Так и напишите. Я выиграла тадунки. Все, хорошо, спасибо. Ура! Все, отключайтесь. Так, вот пишет девушка, а как же супердорогие подарки электромашинки? Ну, начнем с того, что электромашину выиграла у меня девушка, самая первая. Это когда был первый самый розыгрыш. Она у меня выиграла машинку, но она забрала деньги, поэтому мне не пришлось покупать машину. То есть, как бы я даю всегда выбор. Либо вы забираете деньги, либо вы забираете машинку. То есть все очень просто. Так что меня не так. Не так хотел сказать. Все честно и прозрачно, поэтому, как это говорится, я поймать меня на вранье не получится ни у кого. За свои слова я обещаю. А кстати, самый, получается, дорогой, один из дорогих подарков, я не скажу какой, но девушка его тоже выиграла, и сейчас я его для нее делаю. Так. Ну, хоть разок. Ой, боже, с вами так приятно разговаривать по душам, вы даже не представляете. Вот как будто вот сейчас вот здесь все сидят, 233 человека, и понимаю, знаете, когда кружок алкоголиков сидят и рассказывают о своей проблеме. Это так приятно. Не зря говорится, что инста-семья – это одна большая семья. Тавтология. Ну, неважно, вы поняли. Добрый вечер, какие подарки разыгрываются? Об этом сейчас и рассказываю. Я папа двух детей. Мне тоже нужны ходунки. Получается, я не могу участвовать, если только мамы. Почему? Папы тоже участвуют, и обязательно я вас вызову, если не потеряю сейчас. И следующий лот у нас будет вот такой. Хотя кто-то говорит, что дорогие подарки не дарю. Я не думаю, что это дешевый подарок, дорогие мои. А это у нас автокресло. Кому-то нужно автокресло? Пишите «нужно», и я буду вызывать. Как прошел первый день осени? Первый день осени прошел за бокалом чая. Погуляли с сыном, вспомнили молодость и пошли спать. Хочу, я, нужно. Вот девушка 40 раз написала «нужно». Давайте выйдем с ней в прямой эфир и зададим ей один вопросик. Сможет ли она на него ответить? Жду связи. Жду связи. Так, никто почему-то не отвечает мне, не понимаю, почему мечтаю о роботе-пылесосе. Ага, робот-пылесос был, девочка забрала деньги, это был тоже первый. Первый у меня
Или не было у меня робота-пылесоса? А, нет, я его не разыгрывал. Я его не стал разыгрывать, потому что он не вошел в мой бюджет. Вот, но в следующий раз я его разыграю. Обещаю. Так, нам нужно на Украину не отправить же. А на Украине есть ДЭК? Я думаю, почему не отправить? Можно все отправить. Тем более, если вы подписаны на всех моих друзей. Нужно прям очень. Выбери меня. Боже, я вас всех сразу выбрал, но вы почему-то не отвечаете. Либо инста опять тупить, я не знаю. Кому я звоню? О! Алло? Ой, боже мой, вас много. Я аж это... испугался. Привет. Привет. Вы меня слышите? Слышим, да. Слышим. Ой, у вас там, это малыш ваш? Да, да, он хочет кресло. А, малыш хочет кресло. Ну, малыш тогда пусть вам сейчас и помогает с ответом. Ну что, готовы? Сейчас будет загадка с подвохом. Поехали. В отеле 4 этажа. Чем выше этаж, тем больше людей там живет. На какой этаж чаще ездит лифт? Поехали. В отеле 4 этажа, чем выше... Можно еще раз? В отеле 4 этажа. Чем выше этаж, тем больше людей там живет. Угу. На какой этаж чаще ездит лифт? На первый. Ну, спускаются так, все на первый. Первый. Первый этаж. Да, первый. Ну, как бы все чаще спускаются, чем поднимаются. Окей. Первый. Окей. Это правильный ответ. Я поздравляю. Боже, какая прелесть. С кем не выйду в эфир, все выигрывают. Это тоже нужно класс. Выйти за вас. Выиграли? Напишите мне просто класс. Директ. Если так же. Директ, хорошо. Вы выиграли? Да. Напишите мне на мой аккаунт, хорошо? Хорошо, все. Все, спасибо большое, отключайтесь. Класс. Хорошо, напишем. Да, отключайтесь. Отключаюсь. Ох, какой кайф. Вот кто-то пишет, зачем вы подсказываете? Я не виноват, что вы подсказываете. Я не понимаю, зачем вы подсказываете. Вы подсказываете, тем самым как бы даете свой приз. Как бы, ну, если вы так того хотите, то как бы ваше право. Если нет, привет из Витебска, то нет. Так, ну что, два подарка забрали. О, божечки, я так стану, не стану. Так, ну что, можем немножко даже поболтать на насущные темы. Я хочу. Угу. Да, все хотят. Боже мой. Была бы у меня возможность тоже что-нибудь выиграть. Я бы с радостью выиграл. Да, она молодец. Без подсказок я буду. Сама знала. Хочу и я. Сейчас все по возможности попробуют. Так. Немножко передохнем. Может, у вас есть какой-то вопрос? Может, вы хотите задать, спросить меня о чем-то? Я так не намекаю, просто спрашиваю. Мало ли. Выпьем. О, мои друзья, на здоровье. Кто-то мне предложил выпить. Будет третий подарок, будет и четвертый подарок. Все будет. Просто немножко поболтать, или вы не хотите. Я понял, не хотите. Где жена? Жена укладывает спать ребенка. Донес информацию? Спасибо. План на будущее? План на будущее. Заниматься всякой хуйней. План на будущее. Тем более у меня это неплохо получается.
Так, ладно, я понял. Болтать вы не хотите, хотите участвовать дальше. Ну, подарков осталось не так много. Так, многие хотели вот такую штуку. Я не знаю, зачем. Но видно? Увидели? Вы поняли, что это? Вот, все. Увидели вот так, да? Или вот так? Вот. Вот такая штучка. Я не знаю, кто ее просил, если сейчас те, если точнее у меня в прямом эфире те, кто ее хотят забрать. Вот. Мало ли кто-то, у кого там родился ребенок или еще что-то. А может, просто мне скажут, мы не хотим твою эту херню, дай нам деньги. А я скажу, уж нет уж. Будьте любезны ее забрать. Так. Все увидели? Готовы? Стульчик, стульчик, стульчик. Да, стульчик. Это стульчик. Выйдите в прямой эфир. Выйду ночью в поле пасать. Здравствуйте. Ой, секундочку. Мой, здравствуйте. Это опять вы. Опять я. Скажу точно, что там мухлюю. Это ну, почему мухлюете? Я так не скажу. Вы играете, как бы я вас вызвал. Я даже не знал, что это вы. Так, ну тогда я вам задам вопрос. А в тот раз вы выиграли, правильно? В тот раз нет. А, нет, тогда будет такой же простой вопросик. Так, так, тут ты, блин. Ой, а что открылись? Кстати, вопросы открылись со вчерашнего эфира. Что странно. Так, так, так. Угу. Поехали, готовы? Да. Отлично, тогда поехали. Угу. Женщина со странностями похитила несовершенного юнца и заставила его играть в свои безумные игры. Время пошло. Женщина со странностями похитила несовершенного юнца. Наверное, несовершенного. Снежная королева. Хотел сказать, что несовершеннолетнего там ошибка, а тут вы сразу снежная королева. А как вы поняли, что снежная королева? Ну, как, какая она похитила женщина со странностями большими, я бы сказала. Я бы даже не догадался, что это снежная королева. Боже мой, вы что, подготовили, что ли? Ну, вы даете. Ну, в любом случае, я вас поздравляю. Все, жду от вас сообщения в директ. Спасибо большое. Пожалуйста. Ох. Быстро. Мне это нравится. Боже, наверное, многие меня будут ненавидеть, потому что как-то я по-странному провожу свои конкурсы. Ну, блядь, это мой конкурс. Можно я сам решу, как его проводить? Ну, ей-богу. Тем более, что меня и так неплохо наебали с этим, скажем так откровенно. Поехали. Давайте робот-пылесос. Родные мои, я вас не буду обманывать. Я скажу вам еще раз. Робот-пылесос я разыграю уже в следующем своем конкурсе. В этом конкурсе у меня не хватило, к сожалению, на него бюджета, потому что большой бюджет я отдаю на другое желание, которая у меня попалась во вчерашнем прямом эфире. Ничего не могу поделать, но брать я вам не собираюсь. Вот. И также очень большой расход ушел на другие подарки. Вот. Вот, поэтому как бы я вам говорю честно, что в этот раз, к сожалению, на робот-пылесос бюджета не хватило. Но я обещаю, что я его еще успею разыграть. Таня, ваша где? Вон телевизор смотрит Таня. Ну, капец, хотела выиграть робот-пылесос. Ну, у вас есть возможность что-нибудь другое выиграть, я ни... что не говорю. А мне не нужно от тебя подарка. Ну, блин, и любовь я не могу вам свою дать, к сожалению.
Хочу электромясорубку. Электромясорубку? Кстати, я когда читал желание, я электромясорубки не видел. А такое вообще есть? Вы писали? Слушайте, ну, в целом, я, если вы хотите электромясорубку, я сегодня добренький. Блин, разыграть электромясорубку, либо не вестись на вашу провокацию, даже не знаю. Сейчас я вот... А кто хочет? Ага, сейчас вот я вызову того, кто сказал, я хочу электромясорубку, и скажу то, что, блин, а так нечестно. Блин, я такой добрый, на самом деле, я бы все разыграл. Вот вы меня в тупик вгоняете, понимаете? Я начинаю краснеть, мне стыдно. Вас так много, я один. Да, солей не столько. Йося, выбери меня. У меня есть я. Я хочу выиграть. Так, смотрите, вообще по плану. Следующий я выбрал лот. Это электрогриль. Прям очень многие. Я уже ее одну разыграл, она уже в пути. Блин, дай бог памяти, чтобы отследить, когда она дошла. Вот. Сейчас разыграем ее. И останется еще, получается, один подарочек. Там такой маленький, невзрачный. Так. Кто хочет электромясорубку? Ой, мясорубку, все, блядь. Гриль, короче, кому надо. Моя... Мойся мечтака. Меч... Блин. Давай я. Советная я хочу. Боже мой, вас очень много. Пусть и пишут, что 200 человек это мало, но это очень много. Гриль, да. Секс, нет. Можно мне? Боже мой, кого выбрать? Я не знаю. Трудно. Кого выбрать? Где начинается тупик алкогольный? Мне. Вы. Боже, вас много, так хочу, хочу, хочу. А вот знаете, вот был мужчина здесь, я обещал, что вызову его в прямой эфир. Давайте поступим справедливо, и я вызову мужчину. Бля, осталось найти только этого мужчину. Хочу в эфир. Я робот-пылесос. Я Волошина. Боже мой, мужчина, отпишись мне еще раз. Мы уже поняли по сторис. Что поняли? Блин, не могу найти этого мужчину. Представляете, мужчина, вы меня сейчас смотрите? Блин, мужчина, я вас потерял. Простите меня. Наверное, вы меня уже не смотрите. Спасибо большое. Вот не могу найти, хоть убейте, блин. Да уже и голова не варит. Я забыл, я хотел разыграть для вас
Картина, чтобы для вас написали картину. Примерно что-то вот такое. Хотите? Так, давайте так. Напишите, чего будет больше. Гриль или личный портрет вашей семьи нарисуют. Что бы я выбрал? Гриль будет еду готовить, портрет просто висеть на него любоваться. Даже не знаю. Так, что вы хотите, гриль или портрет? Гриль, портрет. Гриль, портрет. По цене, кстати, одно и то же. Мужчина пришел его вызывать. Где мужчина? Я не вижу мужчину. Мужчина, ты где? Мужчина пришел. Я хочу, я. А может мужчина написать? Я мужчина, я мужчина. Боже, я слепой стал. Ужас какой. Портрет. Я мужчина гриль. Сонник. Я мужчина гриль. Ага, все, мужчина. Это тот мужчина, точно. Гриль. Гриль, портрет. Гриль. Так, где мужчина потерял? Я мужчина. Так, это мужчина. Яна, это не мужчина. Давно хотим. Хоть что? Гриль. Ну, в основном они написали пока. Он написал пока. А, блин, обидно, конечно. Ну ладно, что поделать, я женщина. Катюша хочет гриль. Блин, в основном он мужчина гриль. Я мужчина. Да что ж, он спит уже. Ну, наверное. Так, ну, раз большинство хотят гриль. Йоса, ты уже звонил сегодня мне. Я не просилась. Да? Я там Катя Волошина просила много раз. Она говорит, что она может быть для мужчины для эфира. И я как бы для нее просила, а ты меня Все, я добавил. понял, да, все, тогда отключайтесь. Ага. Добавляй Катю Давай, Волошину. это осталось только найти эту Катю. Хорошо, она сейчас напишет. Вы посмотрите на эту красавицу, а готовится к ночи. Ну, вы только посмотрите, ну вот это шелк, взгляд. Боже мой, живу в гареме. Просто рай для мужчины. За это выпью. Да пиздец, он меня расстраивает после сегодняшнего дня. Боже, он хотя бы с внешней стороны холодный, я не могу. А это все. Да, она. А она с другим организатором. Блядь, это просто жопа. Так, влипнуть, это пиздец. Так еще меня никто не кидал. Еще и лохом выставить пытаются, я в шоке. Это вот насколько люди жадные на деньги, блядь. Ну, блядь, пусть подавятся. Принесите стики, пожалуйста. У меня закончились. А можно все узнать, если закончилось? Не может быть такого. В смысле? Ну, посмотри где-нибудь, пожалуйста. У нас в ванной. В ванной. Не может быть такого. Да, я залью чуть позже. Взяли, покупали стики? Каким образом? А ты уверен, что это нормально вышел на тебя организатор? Ладно, потом поговорим и прямо. Ладно, потом об этом мы говорим. Сейчас не об этом. Такого эфира я еще не видела. А вы сейчас, надеюсь, в хорошем смысле? Или в плохом? Чем я всем не нравлюсь, я не понимаю.
Так, ладно, продолжаем. Пиши, пиши, Волошина, Волошина, я мужчина. Да, блядь, что вы пишете, я мужчина? Отец двоих детей написал. А, написал, где? Здесь. Я Катюшу хочу. А? Что-то, Ань, ты уверена? Бля. Танюш, не нужно никуда ходить. А, сходи, да. Тань, надень просто на себя, да. Я тебе вызову мужчину сейчас. I'm so sorry. Так, или гриль. Так, мужчина вышел. Мужчина, где мужчина? Катюша, я тебя увидел, но сначала мне нужно мужчину вызвать. Шикарный эфир. Опять меня обосрали, понятно. 3 сентября, день прощания. Блин, а я, кстати, вас вызывал на Илан. Я вас вызывал, вы очень активны сегодня, смотрю. Я запутался, где мужчина. Вот он. О, Гергини, боже мой, где вы? Я реально как будто в говно. А ну-ка, сейчас я вот здесь введу. Ирин, блин, ай, вы не подавали заявку? Муж рядом, он будет в эфире. Лёся, приди в себя. А, вызывал, все. Голубая аватарка, боже мой. Я как ищу иголку в стоге сена. Так, ладно. Катя, давай сейчас я тебя выйду с тобой в прямой эфир, а потом найду Короче, мужчина, который хочет ко мне выйти, пожалуйста, кинь мне запрос. Алло. Да, добрый вечер. Да, мне кажется, уже все запомнили меня, кроме вас. Говорю, я вас не вижу. Покажите хоть свое личико. Красавица. Над ребеночек спит. Могу только перед светильником. Ух, какая! Не было бы у меня жены, я бы давно вас забрал к себе. Я же вас смотрела с первого дня в доме с Сашунечкой. Серьезно? Конечно. Боже мой, как у вас психика не сломалась? С первого дня смотрела дом. Вот так. Смотрела пупсика вашего. Ой, да. Так, я пока ищу вопрос для вас, и я его нашел. Вопрос будет очень простой. Я вам покажу картину. И вы скажете, кто ее написал. Готовы? Давайте попробуем. Отлично. Сейчас я только вспомню, как его зовут сам-то. Боже мой. Сейчас. Мой любимый. Ой, малыш какой. У меня девочка. А, у вас девочка, поздравляю. Спасибо. Так. Боже, ты так там орёшь, зай. Отвечайте на вопросы. Нет, Айвазовский очень просто, друзья. Нечестно. Да блин, у вас все нечестно. Что я не делаю, все нечестно. А кстати, первый у нас попало. А, кстати, вот сейчас вот. Девушка, вас не видно, кстати. А ну, вводите в экран. Вот, отлично. Вы у меня первый раз играете, правильно? Да, первый раз. Вот об этом расскажу. В нашем ночном виде вышли к вам в эфир. Не подготовлены? Нет, просто многие пишут, что нечестно. Блин,
Честно скажу, первый раз вышла, первый раз играю с Йоси, и вообще, как бы, ну, все очень честно. Мне кажется, меня там все уже запомнили и будут говорить, что нечестно. Ну, тогда согласен. Есть песня «Нефиг доказывать, что ты пидором», что-то такое. Да, поэтому, мне кажется, всегда люди не верят, пока сами не попробуют. Это да. Вы представляете? Попала к вам в эфир, теперь верю и сама, понимаете? Вот так. Вот так со всеми, да. Так. А вы сейчас с малышкой одна? Да, да, да. И вам никто не помогает? Старший спит, сын. А муж на работе. Муж работает по ночам? Вы его ни в чем не подозреваете? Нет. В этом нет сомнения. Это точно. Вот это самое, кстати, хорошее. Никогда нельзя сомневаться в мужчине. Нет доверия. Нечего жить совместно. Да. Все, я нашел. Картина очень популярна. Она моя самая любимая. Я вам сейчас ее покажу, а вы должны просто сказать, кто ее написал. Готовы? Давайте. Поехали. Время пошло. Сейчас подумаем. Думаете, время заканчивается? Репин, возможно. В картинах не сильна, но... Я просто почему пишу по картинам, люди не смогут подсказывать, потому что если они там вводят в соцсети вопрос и могут на него получить ответ, тут они ответ быстро не получат. Ваш ответ? Я думаю, Репин, но не уверена. В картинах не Нет. очень сильно. Это Верещагин. Апофеоз войны, да, это моя любимая самая картина. Но в любом случае я был рад вас видеть. Да, спасибо, Малышку очень поцелуйте. Круто вообще. Еще увидимся. Это факт. Доброй ночи. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Так, там нужно кнопочку нажать, чтобы я от вас отсоединился. Так, вы еще не отключились? Ой, сейчас оно здесь что-то у меня тупит Инстаграм, походу. Не может покинуть. Да, Инстаграм сегодня жестко тупит, я согласен. Да, не могу покинуть, оно обвисло. Ой, девочка какая. А вы просто выйдите из Инстаграма. Угу. Заходит, видите? Не хочет. Даже просто если вы вы выходите из вкладки? Да, но не выходит. Сейчас люди вас возненавидят. Ой, я уже подустал.